Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Сегодня я с друзьями еду в горы на внедорожнике. Покажу вам нашу красоту. Вот проехали мы мимо Куяного камня. Вдали Малышихинские гребни остались. Вот сейчас приближу. Вот такие вот виды. Вот мои друзья, приветствуют вас. Привет, YouTube! Привет! Привет! Приятная компания. Ася, Олег. Мы едем. Конечно, конечно! Весь мир увидит вас! Вот скалы плачущие. Сейчас я вам покажу. Их поближе подойду. Вы видели? Вот они. Вот они. Вот они. Бегом. Греются. Сейчас подойдем поближе, покажу. Вот, друзья мои, посмотрите. Плачущие скалы. Почему плачущие? Вот здесь вот на фотографиях иногда видно, что тут вот как женщина будто голову склонила и плачет. Такая вот красота. Вот. Еще внимательно смотрим. Так, увеличу немножко. Такие вот скалы плачут. Ну, тут вот видны и потеки. Такая красота. Всем привет! С вами Владимир. Едем дальше. Наше путешествие продолжается. Вот, друзья мои, едем мы в сторону кордона Меселя по зимнику. Сейчас будем переезжать речку Терлянку. В общем-то, морозы были, лед замерз. Благополучно проехали. Дорога, в общем-то, нормальная. Зимник. Смотрите, какая красота. Лесная дорога. Такие елки. Ели, пихты. Едем, едем, едем в далекие края. Ну, друзья мои, приехали мы на кордон Меселя. Сейчас здесь вот остался один дом всего. Один житель живет. Лошадки его пасутся. Раньше здесь было селение, где-то 40 дворов, магазинчик был, люди занимались лесозаготовками, плотина была на речке Меселя, зимой лес заготавливали, а весной сплавляли. Дом остался, вот один житель, и вот за ним была плотина. Ну, сейчас проедем подальше в
в сторону Инзерских зубчаток. Оставайтесь с нами. Посмотрим дорогу. Может, проедем прямо на Инзерские. Ничего, ничего. Проехали мы селение Меселя. Едем в сторону Инзерских зубчаток. Такая дорога. Ну, ехать можно. Тяжеловато. Какая дорога. Дорога очень-очень экстремна. Ну, друзья мои, подъехали мы практически к Инзерским зубчаткам. Показываем вам родник своих друзей. Ну, мои друзья устали, устали. Ух! Отъедем наш транспорт. Ну, еще километр полтора осталось, наверное. Сейчас что, проедем и посмотрим, какая дорога. Ну вот, друзья мои, поднялись мы к Инзерским зубчаткам. В общем-то, дорога экстрим, но ехать и можно. Сейчас пьем чаек и с друзьями пройдем на Инзерские зубчатки. Хочу сразу показать, на какой резине мы едем, чтобы люди осознавали, что вот такая у нас резина. Такие колеса. Ну, приехали мы. Дорога проходимая для внедорожников. Ну вот, друзья мои, подошли мы к скалам на Инзерских зубчатках. Идем. Приехали мы сюда спонтанно. В общем-то, не собирались. Хотели только посмотреть дорогу. Но мы уже здесь. А раз мы здесь, сейчас пойдем на смотровую площадку. Это будет уже в следующем видео. Ася! Куда пошла, Ася? Не потеряйся! Это будет в следующем видео уже. Оставайтесь со мною. Всем пока, всем мира и добра.